Привет! Бренд Топмастер прислал мне на обзор бокс с гель-лаками. Это два гель-лака, две цветные и одна прозрачная база и Топ Бриллиант. Так как я не знакома с этой фирмой, я решила сначала проверить ее на себе. Заранее подготовила ногтевую пластину, укрепила, так как длину мои ногти иначе не выдержат, и нанесла цветную базу. Текстура не жидкая, самовыравнивающаяся, цвет насыщенный, так что покрытие в целом можно сделать одним слоем, но я решила максимально довести до кутикулы. И далее закрываю все топом Brilliant, который мне очень понравился, стойкий глянец и умеренная текстура для самовыравнивания. Итог. Первая работа с топ-мастером меня порадовала. Никаких минусов замечено не было, но я и дальше буду тестировать и обязательно расскажу об этом в сторис.